Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна Небольсина. Я детский стоматолог, работающий в клинике Dental Fantasy с момента ее основания. Основная категория моих пациентов – это дети ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста. Таким образом, я провожу лечение временных зубов от кариеса до пломбирования каналов и восстановления зубов коронками. В постоянных зубах занимаюсь лечением кариеса. В случае необходимости лечения каналов пациенты попадают к подростковому врачу. Также я занимаюсь травмой временных зубов и специализируюсь в работе с детьми, боящимися лечения, а также с детьми, имеющими какую-либо сопутствующую патологию. В своей практике я использую различные коммуникативные техники, направленные на снижение стресса от лечения, и медикаментозные способы влияния на поведение, такие как седация и лечение в наркозе. И более 15 лет обучаю этому своих коллег. Использование увеличительной оптики позволяет существенным образом повысить качество нашей ювелирной работы. С радостью помогу вашему ребенку сохранить стоматологическое здоровье и справиться с тревогой перед предстоящим лечением. Приходите!